вижу. Красиво? Да. Девочки, бабочку сделала так. Резиночкой заколола. Хорошо? Да. Борщик буду варить с такими вот ребрышками на свининке. Так что я тут помыла. Надо перемыть. Плохо промыла. Такие они более мясные ребрышки тут такое. Можно сказать, хрящики. Я говорю, такая это свининка красивая. Только, да, девочки, или грудинку с нее сделать, запечь. Да будет приготовить что-нибудь вкусненькое такое. Жало? София пришла тут перед камерой, вы делаются. Я со стороны говорю, запись видео, и камера сразу включилась. Смешно? Нет. Нет? Да, зуб болит. Зуб болит? Да не знаю, клуб. Он выпадал? Ну, вот этот, который криво растет. Нишки молочные еще отрастают. А, какие молочные? Это уже... А, не молочные уже. Ой, кипит, кипит, сильно кипит. Кипит, кипит, кипит. Кипит, мясо кипит. Кипит, кипит, кипит. Так, а сколько у нас время? Кто мне скажет? Кто меня? 15:55. 15:55. Ой, нормально. Как раз все успеваем. Все успеваем, да? Да. Давай наш сетку от вентилятора. Сетка от вентилятора. Сюда поперекладываем сливы. Такие крупные такие сливки. Ты любишь сливки? Да. Твои любимые. Спасибо. Ой, ветер, слышь, какой? Ну, вообще-то да. О, какое-то что-то другое, да, на звук? Ага. Пауза. Нету паузы. Смотри, ну, это... там другое как-то слово. Пауза видео. Пауза видео. Стоп. Нету такого. Было вообще. Это же будет потом. Может будет. Управлять. Может есть, но ты не знаешь. Не, мы уже почитали настройки. Нету такого. Стоп-кадр. Фотография. Позвонить тому-то, тому-то, да? Сейчас он тебе позвонит. Не. А, тут же нельзя. Чик-чик. Фото это фото. Так, бананы я тебе не покупала, да ешь тут один банан. Спасибо. Сливки. Сливки. София ест с удовольствием сливы и моцареллу. Так, будем снова сегодня... Еще я с удовольствием ем листы нори. А, ну да. Будем готовить. Ой, девчонки, читаю комментарии. Спасибо, что вы заступаетесь. Вот я вчера вот с Аней обсуждала эту тему. Она зашла там к какой-то девочке знакомой, тоже блогер, только инстаблогер. И они там где-то, что в кафе какое-то мероприятие у них было. А я только читала свои комментарии. Я говорю, напиши ей. Напиши ей, говорю, что едите, совести нет на улице, что у вас войны нет. Она так на меня смотрит, а это что... Я говорю, ну это вот как нам пишут, это и так напиши. Вот у меня даже в мыслях такого нет, когда я вот чье-то видео смотрю. Я не пойму, если война, нам что, не одеваться, не есть, не умываться. Я вообще не пойму. Вы напишите, что надо делать. Вот те комментарии, которые вот комментаторы пишут, когда у вас нет совести, сколько можно есть. Готовишь не так. Не готовишь не так. Одеваешься не так, не одеваешься не так. А что, всё не так. Надо сидеть? Ну, я не понимаю. Ладно, все равно не поймёте. Ой, это и не то сделала. Ладно. Ты решила камамина купить? Нет, я хотела сюда гречку пересыпать, и пересыпала рис. Ну, вдруг не насыпешь гречку. Ну, сейчас так и сделаем. Ага, не сделай. У меня там рис другой. Значит, я пока гречку открывать не буду. Правильно? Mm.
Таким людям или делать нечего, или я не знаю. Чего они так пишут? Мне будет интересно посмотреть, где живут те люди. Вот. Ну да. Мне даже не интересно. Так. Ладно, начинаю все начищать и подготавливать борщ варить. София, прочитай мне, пожалуйста, состав. Состав вот этой баночки. Что там входит в состав? Когда бабушка закрывает борщевую приправу, я знаю, что там входит в состав. Но мама, она никогда вот такого темного цвета нет. Может, тут одна свекла и все, ну читай. Состав. Склад. Вода, пятна, томатная паста, 24% сука, сушеные овощи, буряк, столовый. Цибуля, морква, чеснок, сыр, кухня, улея Соняшникова, крахмал. Крахмал, вот зачем крахмал добавлять? Вот объясните, мы когда вот делаем консервацию, мы же не добавляем никуда крахмал. Ни в кабачковую икру, ни в такие вот заправки. Зачем добавлять крахмал? Для вот этой густоты, я не понимаю. Крахмал. Везде этот крахмал суют. Открыла. Ну, вроде пахнет неплохо заправка. Ты никогда не пробовала? Мне кажется, борщ будет такого цвета, как я не люблю. Да? Я люблю такой борщ. Это Аня у нас такой любит. Прям хороший бордовый борщ. Да. Но я все равно отдельно порежу свежую луковицу и чуть-чуть морковки именно добавлю в этот кастрюлю. Наверное. Теперь сделаем вот так. Чё ж добро пропадать? Правильно? И баночка помоется. Я ж теперь смотрю на баночки. Мне надо баночек насобирать. Думаю, что покупать? Там увидела огурчики. Там увидела то горошек. А зачем у тебя баночка? Ну и бабушке надо баночка. И... Ты будешь закрывать? Да не закрывать, я хотела одно блюдо приготовить. С баночек? Ну мне надо банки. Ну мне их надо много. И желательно не такого размера. Меньше? Больше. Ну хотя бы пол-литровые такие. Вася, что это за блюдо такое? Это ж Наташа с Артуром. Привет вам огромное. Вы ж меня раздразнили своими кулинарными шедеврами. Я теперь тоже хочу такое приготовить. А нет баночек. Вы тоже вас... Ну, вы приготовили. Ну, тоже ищите баночки. Всем нужны баночки. Вот это ж уехали. А люди еще, знаете как, уехал, бросил свой дом, квартиру. Все живем непонятно где. Ну, как непонятно где. Ну, я имею в виду, не в своем... В городе, не в своем жилье, все снимают квартиры, ты не знаешь, останется что-то от твоей квартиры или нет, а они пишут, а вам не стыдно? Нет, мне не стыдно. Поняли? Не стыдно. На вид такая, девочки, заправка симпатичная. Включаю я ее. Или ладно, я чуть позже. Такая вот насыщенная, да? Заправулька. Чищу картошку. Решила вам показать вот эта чистилка. Но она, девочки, знаете, что она вот так разбирается. Я не знаю, для чего вот это. Но я вот три картошки уже почистила. Нормально. У меня ничего не выскакивало. Это я просто вам показываю. В Авроре продается. Меня, знаете, как научили чистить? Ну, вот так, например, в таком формате. Вот я взяла вот и чищу, как, ну, как картошинка. Нормально, девочки. Вот видите? А еще мне, знаете, как сказали, можно чистить от себя. Вот так. Вот так можно. Чук-чук-чук-чук. Ну, это я вам быстро так не делаю. Ну, тоже можно так.
и таким форматом, и таким к себе. Картошка что-то вялая. Нормально чистит, ребят. Тут не острая, палец не порежешь. Пока бульон варился, я пожарила индеечку с лучком. Просто обжарила, это такой будет гречки. Гречку вчера варила, а гречки уже ничего нет. Вот такое мяско красивенькое. Борщ готов, девочки, мальчики. Кто давно варил борщ, варите. Единственное, что у меня не было фасольки. Фасолька вся у мамы, надо забрать фасоль. Там много фасоли у нас. Ну, в банке консервированная. Но без фасоли. Такой гарный получился борщик. Не знаю, почему-то вживую он намного красивее цветом. А вот это на этом телефоне. А на том телефоне всегда было в телефоне красивее, чем вживую. А тут наоборот. Не знаю, почему так передают цвет. Ароматный борщец. Все, я сегодня хозяйка. Приготовила. Наконец-то борщ сварила. И мяско пожарила. Все. Завтра я свободная. А то говорят, не готовлю. Девочки, я столько отготовила. Кто меня знает, спасибо, что вы заступаетесь. И дни рождения, и какие столы накрывали, и сколько я готовила ночами, сколько блюд, и с вами делилась и салатиками, и рецептами. Вот. Спасибо за понимание. Все, тогда я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. До завтра.